В Женеве продолжается очередной раунд международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Сегодня участники проведут переговоры, а накануне состоялись встречи на уровне рабочих групп. По окончанию дискуссии состоится совместная пресс-конференция. Участие в женевских переговорах принимают представители Тбилиси, Москвы, сухумских и тхинвальских властей, а также посредники от ООН, ОБСЕ и Евросоюза. Грузинская сторона ставит вопрос о взятии России обязательств о неприменении силы. Кроме того, Тбилиси требует обеспечения безопасного возвращения вынужденно перемещенных лиц в Абхазию и Южную Осетию. Тем временем представители Сухуми и Цхинвали намерены оспорить статус оккупированных территорий. До начала переговоров де-факто власти заявили, что собираются выразить позицию по вопросу нейтральных паспортов. Тбилиси предлагает жителям конфликтных регионов документы, которые позволят им легально посещать другие страны.